Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Сегодня замечательная погода, я надеюсь, что вы сейчас меня все услышите, и вам будет очень-очень интересно прийти к нам и насладиться нашим концертом. Ведь сегодня замечательный праздник, посвященный красоте и грации движений. День танца, день хореографического искусства. И поэтому перед вами сегодня выступят настоящие мастера своего дела, танцевальные коллективы города Москвы и города Подольска, гости программы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Светлана Виданова и Ирина Новикова, а также сольные танцоры-ученики Елены Дружновой и, конечно же, сама Елена Дружнова. Она автор, исполнитель собственных танцевальных постановок, лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель собственного театра танцев, генеральный директор танцевального клуба «Арт-студия Хеста Хариста», автор танцевального направления «Этно-фристайл» и целого ряда популярных семинаров ускоренного обучения танцев. Итак, мы начинаем наш концерт. Встречайте на этой сцене восхитительная Елена Дружнова с танцем «Волчица».
Спасибо большое, Елена. Но где же дружные аплодисменты? Давайте мы с вами будем уже разогреваться, потому что такое горячее начало, я думаю, достойно больших и бурных аплодисментов. Давайте мы еще раз поаплодируем Елене Дружновой. Ну что ж, а программа продолжает творческий коллектив из города.